Накануне состоялась встреча руководства области с новым консулом Казахстана в Бресте Эльдаром Кунаевым. На мероприятии были обсуждены ключевые моменты казахстанско-белорусского сотрудничества. Губернатор региона Анатолий Лис отметил, между странами нет барьеров для взаимодействия, и это приносит результат. К примеру, за минувший год товарооборот между Брещиной и регионами Казахстана составил порядка 85 миллионов долларов США. В перспективе цифра может и должна увеличиться. Я рад, что вот мы наращиваем эти объемы. И в текущем году, вот мы видим начало года, значит, нас обнадеживает то, что, конечно, мы должны, ну, минимум выходить в этом году более 100 миллионов долларов на товарооборот, потому что раз есть потребность, значит, у нас в торговле между странами, конечно, это надо использовать. Эльдар Кунаев в должности около месяца, а потому сегодня активно знакомится с людьми и регионом. Признается, назначение в город над Бугом принял с воодушевлением. В Бресте бывать приходилось, и воспоминания остались только приятные и позитивные. Дипломат уверен, работа здесь будет интересной и плодотворной. В первую очередь, в части налаживания деловых контактов. Перспективных направлений для сотрудничества много. Я думаю, что точки соприкосновения с сельскохозяйственным машиностроением и вообще в области агропромышленного комплекса. Почему? Потому что вот даже наши два президента, Александр Григорьевич Лукашенко и Нурсултан Абишевич Назарбаев, прежде всего обратили внимание, что надо развивать сельское хозяйство, тем более, которое находится на очень высоком уровне именно в Беларуси. И поэтому здесь будет сделан акцент. Ну и помимо всего прочего, логистические вопросы, связанные с железнодорожными перевозками, автомобильными перевозками, потому что Брестская область занимает очень выгодное географическое положение. По сути дела, здесь проходит граница между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. А Казахстан, наоборот, это как восточная территория, это граница уже с Китайской Народной Республикой. И вот там бы хотелось бы, чтобы эти возможности мы использовали наши страны. Во время встречи губернатора региона Анатолий Лис пригласил дипломата принять участие в международном форуме деловых контактов «Брест-2018». Состоится мероприятие уже скоро, 26 и 27 апреля. Как показывает практика, это хорошая площадка для переговоров, поиска клиентов и партнеров. Одним словом, для расширения и укрепления межрегиональных отношений. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.